Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сообщил, что беседовал по телефону с наследным принцем Бахрейна, премьер-министром Салманом бен Хамад аль-Халифа, и получил от него приглашение посетить островное государство в Персидском заливе с первым официальным визитом. Государственное агентство новостей Бахрейна передает, что разговор состоялся в понедельник вечером, и два руководителя обсудили дальнейшее развитие отношений после заключения соглашения о нормализации сотрудничества во многих областях ради продвижения мира и стабильности в регионе.